не было переговоров от имени Союза левых сил с партией «Регионы» о возможности вступления партии «Регионы» в Союз левых сил. Господин Формзал очень опытный человек, уже как бы не одну шишку набил на политической арене Молдовы. И он понимает, что народ ждет, чтобы произошла консолидация людей, консолидация сил, чтобы мы объединились для того, чтобы противостоять политике Альянса за европейскую интеграцию. И, безусловно, полагает, что рано или поздно мы будем общаться. И я считаю, что мы еще не совершили по отношению друг к другу каких-то фатальных ошибок, которые не дают возможности, условно говоря, сесть за стол переговоров. Наверное, это он имел в виду, но комментарий в этой части вам лучше адресовать ему персонально. Я вам дам номер его телефона.